Срочная информация о коллаборации с Блейдболом и Туалет Tower Defense уже совсем скоро выйдет, а также будет новый мифик. Ребята, но перед началом давайте поддержите это видео максимально лайками, подписками на ваш канал, а также напишите комментарий, чтобы вы могли поддержать это видео максимально. Ну а мы начинаем. В общем, всем привет, и сегодня я хочу реально рассказать вам о том, какой же будет новый, ребят, мифический персонаж. Ребята, он перед вашими глазами. Это Блейдболлер, да, ребята, это будет новый персонаж, который будет добавлен совсем скоро в Туалет Tower Defense. С новым персонажем выйдет и новый режим, специально для блейдболлеров. Ребята, если вы играли в блейдбол, поставьте, пожалуйста, лайк, посмотрим, сколько вас. Также напишите, хотели бы вы реально такую коллаборацию, потому что она выглядит очень круто, ведь у нас в Туалет Tower Defense играют около 200 тысяч, и в блейдбол тоже 200 тысяч. А вы представьте, что будет, если что выйдет коллаборация, это же может быть в общей сумме около миллиона онлайна в обоих режимах. Также интересно, что Блейдбол подготовил с коллаборацией в Туалет Tower Defense. И своими экранами вы можете увидеть геймплей нового мифика. Да, ребята, он вот так вот играется. Этот геймплей заснял разработчик Туалет Tower Defense. Очень неплохая информация получилась у нас. Но, ребята, не переживайте. Это всего лишь концепт коллаборации. На самом деле такой не будет. И такого обновления тоже не будет добавлено. Да, к сожалению, это так, ребята. Но всем удачи и всем пока-пока.